Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Уже два десятка лет в стране говорят, что наше сельское хозяйство на грани гибели, что при таком отношении к нему со стороны государства оно со дня на день умрет. А оно все не умирает и не умирает. Более того, в последние годы многие сельхозпредприятия уже встали на ноги и уверенно идут вперед. Наш сегодняшний рассказ об одном из таких сельхозпредприятий. С первого дня, как только они нарождаются, их сразу сюда приносят, и мы их поим с первого дня. Для этих телят Анна Алексеева – мама. Она воспитывает их с первых минут жизни. Выпаивает молоком, следит за здоровьем, да и они для нее как дети. Они тоже такие же маленькие дети. Это же тоже как дети. Что дети болеют, животик болит, и у них болит животик. Чего тут-то, да? Простываем, сопельки текут. Таких детей Анна Алексеевна воспитала уже тысячи. Все телята в хозяйстве Абрамова прошли через ее руки, через ее доброе сердце. Когда болеет, и нам больно. Мы, Марина, замучим. Марина, приди. Марина Лосковец – местный доктор Айболит. На ее попечении не только телята, но и вообще все поголовье хозяйства. 1100 пациентов. У нас еще маленькая специфика, то, что если человек может рассказать о своей болезни, животное нам об этом не скажет. Поэтому это наша небольшая трудность в профессии. Как бы уже это приходит с годами, с опытом. Поэтому у нас два врача. Один у нас врач с опытом, он ставит диагнозы. И я, который уже разрабатывает лечение, современные методики, уже согласна. Марина Лосковец пришла работать в это хозяйство сразу же после окончания вуза. И сразу же решила, что больше никогда в жизни в сельхозпроизводстве работать не будет. Я когда сюда пришла после института, была честно разочарована состоянием всего сельского хозяйства, разочарована, как содержится животное и вообще своей профессией. Поработав немного, я сказала, что никогда, ни за что больше я в сельское хозяйство не вернусь. И решила уже распрощаться с профессией, в общем. Ну, получилось так, что на 6 лет я ушла в декретный отпуск. Дети подросли немножко, я начала искать работу. А в данный момент у Абрамова как раз ветеринарный врач ушел на больничный. Мне предложили заменить его на месяц. Ну, я пришла сюда, поработав месяц, и вот так работаю до сих пор. И сколько же этот месяц длится у вас? Этот месяц у меня уже длится 1,5 года. Могу сказать только одно, что хозяйство изменилось в лучшую сторону. У меня нормальный 8-часовой рабочий день. У меня достойная зарплата. С какими-либо личными проблемами я могу спокойно подойти к Аскеру Магомедовичу. Он решает и семейные мои проблемы, и хозяйственные. Он всегда, что, если мы что-то новое решили вести, производство, он только это приветствует. Он не говорит, что нет, что это дорого. Он выслушает все. И если это на благо производства, он поддержит все наши новые идеи. А теперь самое время рассказать о самом сельхозпредприятии «Абрамова». В 2005 году оно было на грани банкротства. Именно тогда его и присоединила к себе агрофирма «Металлург». В наследство ей достались полуразрушенные фермы, тощие коровы, которые молока давали, как козы. Даже 2000 литров в год на корову не надаивали. Ну и урожайность на полях в 10 центнеров с гектара была самой низкой в районе. Если в 2005 году... под крыло агрофирмы «Металлург» не попало бы хозяйство, бывшая СПК «Борьба», то хозяйство попало бы под банкротство, и, естественно, его бы не было. То есть производство здесь было бы закрыто полностью. Аскер Магомед Касумов пришел сюда руководителем спустя 2 года после присоединения хозяйства к агрофирме «Металлург». В общем-то, с его приходом здесь и начались перемены к лучшему. В 2010 году надои здесь увеличили в 2,5 раза. 4,5 тонны молока от каждой коровы начали в год получать. Да и коровенки здесь заметно изменились. Даже статус племенного хозяйства получили. Но главная проблема была не в производстве. Работать в хозяйстве было некому. Ни агрономы, ни зоотехника, даже трактористов с доярками со всей округи собирал. Местные никто не соглашался. Хозяйство, не только в наше хозяйство, вообще в сельское хозяйство, кадры идти почему-то не хотят. Может, боятся трудностей, то, что у нас работа ненормированный рабочий день летом, с утра до ночи. Может быть, то, что техника у нас нет такой еще новой. Может, молодежь
не заинтересовываются. Но проблемы остались. Как привлечь народ в сельское хозяйство? Особенно в предприятии, которое недавно было на грани банкротства и в котором местные жители разочаровались. Только высокой зарплатой и нормальными условиями труда. Потому в 2010 году вместе с реконструкцией старых дворов начали строительство нового телятника. Вот он, чистый, просторный, светлый. Сегодня здесь родильное отделение для коров и ферма для подрощенных телят. У нас еще произошли большие изменения в кадровом, значит, вопросе. Кадровый вопрос решился, создали условия содержания, повысилась заработная плата. И, значит, люди с соседних деревень стали приходить и устраиваться на работу более добросовестные, которые смогли бы нас, значит, поддержать наше хозяйство. Дисциплина – еще один важнейший вопрос, который пришлось решать руководителю и специалистам. Когда на предприятии есть дефицит кадров, то эти самые кадры слегка расслабляются. Заменить-то их некем. Но и этот вопрос решили. Изменилось требование, изменилось очень здорово. План дисциплины вообще как небо и земля. То есть у нас сейчас, чтобы кто-то нарушил дисциплину в рабочее время, это уже нонсенс, это из ряда вон выходящий. Чтобы кто-то пришел пьяный на работу, бывало раньше, было. Сейчас такого даже, то есть при приеме на работе человека мы этот пункт даже не оговариваем. То есть это само собой разумеется. И если раньше, допустим, норму выполнял 2-3 трактора, то сейчас эту норму выполняет один трактор. То есть требования по качеству ремонта, по подготовке техники и спрос с работника удесятерился. Но мы и платим. То есть зарплата соответствует работе. Заработная плата, пожалуй, один из главных показателей стабильной работы сельхозпредприятия. Прибыль хозяйства – это показатель довольно относительный. Ее можно сделать любой, в определенных пределах, конечно. А вот зарплата четко показывает, куда идет предприятие. Если зарплата из года в год растет, значит и производственные показатели растут. И отдача от каждого работника увеличивается. У нас идет стабильный рост фонда зарплаты. Где-то будет по результатам года 19 500 средняя месячная зарплата на работника. Она из года в год растет или она у вас просто держится? Нет, она растет. В прошлый год она была 18 900, а сейчас уже в этом году 19 500 будет. Нет, она растет у нас, среднемесячная зарплата. А какие категории работников получают самую высокую зарплату? Механизаторы, комбайнеры, водители, вот эти. Доярки тоже. У них доярок в пределах 22 000–25 000 у доярка. А у комбайнеров, которые и по 100 тысяч в сезон они получают. Это в сезон, а средний за месяц? Средний за месяц, в пределах 30-40 тысяч. Вот скажите, где в городе, например, в том же Арзамасе, водитель или тракторист будет получать 40 тысяч рублей в месяц? Да нигде. А все равно местные жители тянутся в город. А в Абрамово приезжают на работу такие же деревенские жители со всей округи. Все-таки продолжительность рабочего времени тут, ввиду сезонности работ, приходится удлинять период рабочей, весенне-полевые работы, уборочные. Это всех не устраивает, всем надо выходные и короткий рабочий день до 5 часов, а нам приходится до 8 тут людей эксплуатировать и до 9. Конечно, за такой труд нужно платить еще больше. Но вместе с зарплатой растут и всевозможные отчисления. Вот тут руководитель и ищет золотую середину, чтобы и людей не обидеть, и прибыли совсем не лишиться. Если все сложить в сумме, и НДФЛ, и пенсионный, и соцстрах, и медицинстрахование, то получается 43% от фонда оплаты ежемесячно должен выплатить бюджет. То есть это существенно, на нас это дело в финансовом плане сказывается. Хотелось бы, чтобы это решалось на государственном уровне. И мы знаем, что горючие машины материалы тоже они с каждым годом не уменьшаются, да, они только растут. Также и электроэнергия, она не уменьшается, она растет. Вот, хотелось бы, чтобы, естественно, и цена на нашу продукцию тоже она росла на уровне хотя бы инфляции.
Но даже при всех этих проблемах хозяйство Абрамова уверенно наращивает производство. Если 4 года назад радовались надою в 4,5 тысячи литров на корову, то в этом году планируют на 7 тысяч литров выйти. Специалисты подтвердят, это уже довольно серьезный показатель. Ну, по крайней мере, процветание далеко или нет, это вопрос времени. Но на ногах стоим мы твердо. На ногах мы стоим твердо. Нормально. Я считаю, что если никаких вот там правительство нам сюрпризов не предоставит, развитие будет. И уже есть. И уже есть. И в производстве зерна, и в производстве молока. В этом году мы даже обошлись без кредитов, не брали краткосрочные кредиты на весенние полевые работы, обходимся своими силами. Основной источник прибыли сельхозпредприятия, а значит и благосостояние его работников, это, конечно же, молоко. Его рентабельность сегодня в хозяйстве около 20%, и это без дотаций государства. А дотации – это еще 10 миллионов рублей в год. Потому к молочному животноводству особое внимание. Вот уж где точная дисциплина превыше всего. Даже на полчаса нельзя задержать кормление, на полчаса нельзя задержать доение коров. Это все очень серьезно, и поэтому благодаря вот такому скрупулезной работе добиваются такие серьезные результаты. Вообще хорошее отношение к животным здесь на ферме чувствуется сразу. Ну, наверное, и многие обращали внимание, если посторонний человек протянет руку к корове, то она от него отпрянет, шарахнется. Здесь же коровы к тебе тянутся. Значит, они доверяют людям. А это бывает только тогда, когда с самого рождения к ним относятся с лаской. Люди относятся добросовестно к работе, выполняют все указания специалистов. И, конечно, с такими людьми и нам легче работать, и коровам легче. За 4 года мы сменили свое стадо, то есть омоложенное. Основной состав, значит, возраст в отелах нашего стада 3,5 отела. Вот. То есть животные с высоким потенциалом, и коровы, вот я как бы могла сказать почти про каждую корову, которая есть. Валентина Лазарева действительно знает каждую корову на этой ферме в лицо. Лишь только я переступил порог фермы, как она тут же взяла меня в оборот и повела представлять своих подопечных. Значит, вот эта корова у нас ласточка под номером 54, является лучшей коровой. И, значит, она надоила за лактацию 14 390 килограмм молока. Вот. Эта корова тем хороша, выделяется у нас, что она в свое время очень сильно болела. И хотели мы ее уже сдавать. Вот. Но смотрели, значит, что так было жалко, такая хорошая первотелка была. И вот она у нас себя оправдала. Мы ее вылечили, ухаживали. И она себя оправдала. Сейчас показывает такие высокие результаты. И как бы она уже у нас на заметке. Мы всегда смотрим за ней и радуемся, что эту корову мы в свое время все-таки уберегли, как она является лучшей. И по происхождению мы смотрели, что она лучше, у нее родители. Родители высокоудойные. Еще две местные выдающиеся коровы с надоем 11 и 12 тысяч литров. Они тоже у селекционера на особой заметке. Потомство от них обязательно оставляют себе. И коров здесь стараются держать до последнего, даже если они чуть снизили надой, не выбраковывают. Каждую корову мы здесь знаем почти. И, ну, как бы боремся за них. Если там она заболела или что, мы так сразу их не сдаем. Значит, если она сразу смотрим, сколько она дает молока, и прикладываем все силы, чтобы они это вылечились и опять дальше продолжали доиться. И еще об одной корове нужно обязательно рассказать, сказала мне Валентина Лазарева, знакомя меня со своими подопечными. Это наша долгожительница. Эта корова, значит, она 8-й лактации у нас уже, и знаменитая, ее знают уже все на ферме, ее знают. Потому что вот за все годы своей, значит, сколько она доит у нас здесь, она всегда была на ферме лучшая. Но сейчас она, может, несколько снизила надой, поскольку уже все-таки возраст. Вот. Но мы все ее очень оберегаем, следим за ней, значит, чтобы как она осеменилась, как она ходит и когда она телится. Радуемся, когда вот в этом году она телочку принесла. Обязательно телочку пометим и уже даже прослеживаем
ходим, смотрим, ага, вот от этой коровы телочка, как она растет. И сама по себе корова, видите, крупная, объемистая очень. Вот именно это характерно вот для коров высокоудойных. Вот ее, весь экстерьер ее такой вот показывает. И то, что, значит, она как бы пожизненная продуктивность ее, ну вот на ферме, если взять в сравнении с другими коровами, она самая высокая. И вот, конечно, эти коровы уже сами по себе очень ценные. Вот их даже держишь для того, чтобы получить от них потомство. Вот, чтобы телочку получить еще. И мы, конечно, вот ее собираемся сфотографировать, и стенд собираемся сделать, что фотографировать этих коров, и чтобы все на ферме видели, что вот эти вот коровы, доярки, чтобы гордились, то, что вы у них в группе такие коровы есть. Конечно же, в первую очередь все зависит от доярок. Ведь именно они каждый день с утра до вечера работают с этими животными. Они формируют и характер коровы, и ее производственные качества, то есть надой. Вот эта группа подобрана благодаря, конечно, доярке, которая здесь работает, Степанова Наталья у нас. Вот, которая очень опытная и за каждый литр молока борется и правильно знает коров, знает, как с ними работать, с выменем совсем. Вот эти все, значит, первотелочки, вот они сейчас второй лактации, вот эта группа. Вот, они по первой лактации уже почти каждый по 7 тысяч дали тогда. Это очень была группа, очень даже это... хорош. Ну и другие не хуже, но просто вот это вот выделяем из-за того, что вот еще группа, да, коровы сами по себе хорошие, они все хорошие, но еще зависит от рук, в какие руки они попадают. Вот в данный момент вот эта вот группа у нас самая лучшая. Одна из лучших доярок хозяйства оказалась человеком немногословным. Лишь посетовала, что не предупредили заранее о съемке, а то бы халат чистый надела. Но секретом успеха все же поделилась. Отношения, наверное. Самое главное – отношения, любовь к животным. Чтобы массаж получала она. Подмываешь, массажируешь, все. Оно, выемочка-то больше расширяется, и молочка больше дают. Таких специалистов, как Наталья Степанова, найти с каждым годом становится все труднее и труднее. Молодежь в доярке не идет, не престижно. Дефицит кадров заставил руководителя со специалистами принять очень важное решение. Я бы даже сказал, кардинальное. Мы решили, чтобы не быть в такой ситуации, казаться, что доить некому. Поэтому перейти на построить новый двор и уйти от привязного садика на беспривязный, чтобы сократить количество доярок. Поясню для непосвященного зрителя. Привязное содержание животных отличается от беспривязного примерно так же, как кукуруза отличается от пшеницы. Вот вроде бы и то, и другое относится к зерновым и выращивается на одних и тех же полях. А зерно разное, и предназначение у него разное. Вот так же и в содержании животных. На беспривязном содержании и доение, и кормление, и учет животных – все организовано по-другому. Потому хозяйству придется полностью перестраивать технологию производства. Но при этом сократится количество людей, занятых в животноводстве, которых сегодня не хватает. А поголовье коров, наоборот, увеличится. То есть у нас сейчас на сегодняшний день 400 голов дойного стада в хозяйстве. С строительством этого двора у нас будет уже 600 голов дойных коров. То есть это тоже существенная прибавка. Кстати, сокращать здесь никого не собираются. Работа всем найдется. Увеличится поголовье, значит, будет больше телят. За ними тоже надо кому-то ухаживать. А еще этим животным нужны корма, то есть в поле будет еще больше работы. К слову, в хозяйстве до сих пор нет главного агронома. Молодежь приходит, пробует и уходит. Тяжело. Хорошо, хоть у директора агрономическое образование, сам себе агроном. Кстати, он здесь прижился. Построил дом и уже считает себя местным, абрамовским. Я чувствую, что я здесь родился, и ко мне отношение такое у людей, и у меня отношение к людям тоже такое же. Потому что мы, еще раз повторяю, мы люди сельские, и они всегда с душой относились к любому, да, к человеку, который вот с душой, и с теплом, с заботой. И это, я считаю, что именно существенно сельскому человеку. В свою очередь и он помогает всей округе. И работники хозяйства, и пенсионеры по старой памяти с любой просьбой идут в колхоз. К нам постоянно обращаются люди, постоянно.
Вот можно даже прийти, вот там, допустим, на планерку, там один, два, где-то кто-то придет. Кому сено привезти? Кому дать, выписать? То есть, все, ну, люди пожилые, в основном пожилые обращаются, конечно. Молодежь не в силе, они сами все это делают. А помогаем, как же. Ну, от этого невозможно отказаться, потому что мы люди сельские. И когда обращаются к вам за помощью и сельская администрация, и школа, и детский сад, и больница, и храм, который находится на данной территории, на нашей земле, естественно, от этих проблем невозможно уходить, потому что здесь же живут наши работники, здесь же трудятся и учатся работники, и учатся их дети. То есть, если мы сегодня не будем думать о будущем села, а именно село, нам, ну, наверное, будущего у нас не будет. То есть мы должны сегодня поддержать и молодежь, должны поддержать и сельскую администрацию, и те бюджетные учреждения, которые здесь находятся. Потому что на все, конечно, денег у них тоже не хватает, так же, как и у нас на производстве. Ну, с миру по нитке. Вот мы друг другу помогаем, мы друг с другом дружим и находим всегда решение той или иной проблемы, которая возникает. В общем, живут в Абрамове дружно, умудряясь находить компромисс во всем. И в работе, и в быту, и в отдыхе. И даже те, кто когда-то навсегда покинул сельхозпроизводство, сегодня не просто туда вернулись, а еще и активно призывают всех последовать их примеру. Я хотела бы обратиться ко всем девчонкам, мальчишкам, которые в настоящее время оканчивают институты, заканчивают школы. Приходите в сельское хозяйство, не бойтесь. Здесь работает такой коллектив, здесь работают только добрые люди, потому что злые с животными просто не общаются. Тебя всегда поддержат, всегда помогут, и здесь достойная зарплата. Я еще не видела ни одного продавца на доске почета, но зато я видела доярок, про которых всегда печатают, и их труд всегда ценится. Поэтому здесь и авторитет, и уважение. И самое главное – у вас дома будет всегда все хорошо. Это все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни, без прикрас. Увидимся. Всего вам доброго.